Здравствуйте, друзья! Понедельник – день тяжелый, поэтому сегодня мы с вами будем читать и разбирать шутку, то есть разбирать значение каких-то непонятных тяжелых слов. Итак, шутка. Подскажите путь к вашему сердцу. Это слова мужчины. Мужчина просит женщину. Подскажите, скажите мне путь к вашему сердцу. Что отвечает женщина? Идите лесом. Итак, путь к вашему сердцу. Что это значит? Что мне нужно сделать, чтобы вам понравиться? Мы часто говорим, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Что это значит? Чтобы мужчина полюбил женщину, ей нужно его вкусно накормить. Идите лесом. Конечно же, это может быть дорога, маршрут, но здесь у нас переносное значение. Идите лесом, значит, уходите, проваливайте, убирайтесь прочь. Друзья, я напоминаю вам, что каждый день в моей группе WhatsApp я разбираю подобные шутки, то есть размещаю шутки и объясняю значение непонятных слов и сленга. Так что, если вам интересен такой формат, присоединяйтесь к моей группе WhatsApp. Ссылку я оставлю для вас в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание, желаю вам удачи в изучении русского языка и отличного настроения. Пока!